Здравствуйте, компания ОМЗАП. Сегодня у нас такой вот спортэж 2010 года, двухлитровый, полный привод. Будем менять сцепление. Ну вот мы с вами и добрались до сцепления. Посмотрим на него. Видим, корзина уже синяя, сгорела. Диск. Почти от него ничего уже и не осталось, если сравнивать с новым. И отличия. Все, сейчас будем приступать к сборке. Поставим новое сцепление. Пока снимали коробку, клиент еще решился на замену дисков тормозных, потому что они уже себя очень плохо чувствуют, видно давно. Все, приступаем к сборке. Ну вот мы установили уже сцепление новое, центровали его, поменяли выжимной в коробке. На елочке поставили новый, старый тоже уже подшипник очень сильно шумел. Все, сейчас устанавливать коробку будем. We'll be right back.
мы закончили менять сцепление, установили его, все работает отлично. Диски тоже уже поменяли. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите комментарии, звоните. Ну и все, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Всем счастливо, до свидания.